Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трешивать на нашем тестовом аккаунте. И сегодня мы будем с вами пробовать пройти дальше кошмарки. Пробовал я кошмарку. Еще сейчас попробуем немножко, но реально она очень сложная для такого состава, так как здесь есть тотемы. Единственный вариант, который я нашел на кошмарке 6-6. 4, 5, 6, вот она. Единственный вариант — это разгоняться вот наверху, закидывать вот сюда вот бочку, чтобы выбегал один душек, ну чуть-чуть ниже надо. Но тут агрится, вот видите, просто тупо слив. А, были заходики вроде неплохие, но варианта дальше пробежать не было из-за того, что там тотемы. Вот где-то здесь приблизительно выкидываем. Вот видите, даже я спамлю, все равно сливает. Ну, то есть раз на раз не приходится. Я уже пробовал, менял эмблемы. Что только я не пробовал, все равно это не спасает. Вот. Вот так вот вытаскивал я одного душика. Но видите, дальше не хватает отхила, не хватает. Бывает ускорение. Сейчас у нас слили бочку. Замедление вроде сработало, но дальше не знаю. 32-36, ничего себе. Ну, 40. Блин, 46. Я не знаю, куб тут не затащит. В общем, 46% это максимум, который у нас был. Просто капец. Я даже не знаю, сколько надо ее пробовать проходить. Немножко далековато высадил. Видите, так-то по сути бочку не просаживают. Просаживают уже, когда начинают атаковать другие герои. Так, Купидона у нас слили, все, слили всех. А с других сторон я пробовал заходить. Честно говоря, нифига толково не получается, потому что там такие герои, которых нереально убить пока без нормального разгона. Так, пробуем еще раз. Вот тут вот у нас есть... Точка, блин, бочка побежала, не застанилась. Ну и все, сейчас нас, наверное, тут просто ушатают. То есть тут надо успеть разогнаться до того. Вот опять не застанилась, все побежали вперед, и все, это слив. То есть надо так, чтобы вытащить чем подальше, чтобы подольше они шли. Так, у нас не осталось юнитов. Понятно все. Вот там крестик такой есть. Вот там вот надо разгонять их. Ну, вроде, видите, разогнались. Ну, всех основных дамагеров у нас уже ушатали, к сожалению. Хотя шансы, посмотрите, что делают. Ну, тотемы. Дальше тотемы идут. Без фулового состава это не вариант. Давайте еще раз попробуем нанять всех юнитов, еще пару раз попробуем пройти. Пока это самая сложная кошмарка с тех, которые у нас были. Самая проблемная, скажем так. Ну, потому что мы бегаем без магии, без таких героев, поэтому оно и сложно. Ну, шансы, в принципе, есть попробовать кельдейскую магию, чтобы меньше по них дамажили. Так, как вариант. Так, окей, поехали. Попробуем еще пару раз. Вот. Вот место, где душек вытаскивать хорошо. Ну, дальше, видите, тритона слили и все. Без тритона даже мы с замедлением тут ничего не сделаем. Надо, чтобы кто-то убивал героев. Наши герои блокируют, как видите. Не всегда спасает. 38%. А Рудик. Надо еще, чтобы он вовремя попал. Ну, поехали, не сдаемся пока. Шанс, как видите. Нашли точку, откуда можно запускать. Оптимальную.
Купидон слился просто. Тыква слилась, бесполезно. Так, блин, тритон опять слился. Видите, тритон не успевает, сливается очень рано. Ну, дальше вот тотемы идут. И все. Надо, чтобы он героев посливал. Может попробовать на него ожогу кинуть, как вариант. Чтобы быстрее он был. Так, тут я не знаю, тут вряд ли удачный заход будет. Хотя, посмотрите, как хорошо стояли, пока не включился Ара. Так, юниты. Главное не забывать юнитов нанимать. Без вариантов. Просто пока без вариантов. Ну, хороший у нас был шанс ее пройти. Тут, в принципе, идеальный вариант. Вот видите, ледяха просел. Ну-ну-ну-ну-ну. Ару блокируйте. Отлично, все живы. Шансы, ребят, есть шанс. 38, 39. Все, ребят, мы ее прошли. Наконец-то мы ее прошли. Жалко, конечно, не на 3 звезды, но 2 звезды без магии, без всего. Отлично. Гарнизон тащит. Так, кошмарка 6-6. Есть, поехали дальше. Кошмарка 6-7. Так, что тут у нас интересного? Тут у нас тотемы, по-моему, есть. Вот здесь. Тут тоже куча тотемов. Так, тихо, никакой магии. Так, на ком мы будем тут пробовать разгоняться? Ну, вариант разогнаться, наверное, на РТшке с Арой, как вариант. Тут тоже надо очень много спамить, очень много, как видите, тотемов. Не обезвредили и все, и слились. А, тоже, думаю, будет очень проблемная. Сейчас попробуем. Но шансы, как видите, всегда есть, все зависит, конечно же, от количества попыток. Так, тут мы убрали. Пробуем бочку. Вытаскиваем арташку. Арташка просто волной всех нафиг накрыл. Так, хорошо, пробуем немножко другой тогда вариант. Попробую забежать отсюда с угла. А я опять тут ему не обезвредил. Видите, сколько проблем создают какие-то тотемы. Для гарнизона это очень проблемно. Был бы у нас ворожай сейчас в тиме, в принципе, мы бы без проблем, наверное, справились. Так как он снимал бы дебафы. Тут, конечно, надо помучиться. Так, ну окей, пробуем опять отсюда разгон взять. Самое главное, чем побольше спамить. Не, вариантов нет, нас просто застанили. Даже с нашим спамом это нас не спасло. Так, какие еще есть варианты? Блин, тут Дед Мороз. Да нет, тут, по-моему, через арташку это самый оптимальный вариант будет. Ну,
Но видите, арташка немножко дальний. Вот он ударил и все. Дальше печаль. Ара включился. Да уж. Да уж, да уж. Попробовать через Купидона забежать. Тоже не вариант. Давайте попробуем через Фею. Фея, дракон, в принципе, но там еще и варлок есть. Варлок, если включится, давайте попробуем стартануть с тыковки. Тоже не вариант. Варлок нас сразу ушатывает. Плюс дает еще щит. Нелегкая задача. Так, Купидон, дракон. Ну, может отсюда попробовать. Бочки, как видите, это пофиг. Все. Так, разгон есть. Пошла, пошла, пошла жара. Арктика дальше пошла. И все. И вся жара наша закончилась. То-то мы, конечно, это просто пипец. Так, какие еще есть варианты? Ну тут Арктика, тут дракон, фея, варлок. Варлока надо. Тут Арктика в тотеме. Ну, мне кажется, вот будем пробовать отсюда забегать. Других вариантов пока таких более надежных я не вижу. Ну, видите, он сразу же минусует героев. Хоть мы тут и получили вроде как бы разгон, но уже все сдохли без варианта. Так, ну давайте еще одну попытку. И потом я буду уже дальше вычислять самые оптимальные варианты, откуда можно стартовать. Попробуем с тыковки стартануть. Ну, смотрите, просто сразу же минус. Хоть мы с тыквы стартанули, толку от этого никакого нет. Все полностью слились. Так, ну что, давайте еще раз. Еще раз на удачу. Да, шестая кошмарка, конечно, без магии. А седьмая я уже даже не знаю, будем ли мы там, придется, скорее всего, уже использовать магию. Без магии там не обойдется. Там варлок, там Дед Мороз. Да уж. Есть вариант, может попробовать, чтобы арташка ударил. Но опять варлок, видите, варлок кидает щит, и они получают отражалки. Давайте попробуем вариант, чтобы арташка уже ударил раз. А там у него будет кулдаун, можно будет попробовать. Без варианта. К сожалению, 10%. Это тоже варлок есть. В общем, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой подземки, откуда будем дальше пробовать. Возможно, будем использовать магию, не знаю. Пишите комменты, ставьте лайк и ждите следующей подземочки. Всем удачи, всем пока.